Всем привет, друзья! Привет! С вами мы, Морозовы. Мы ребята. А что, какая разница? Господи, нет? Нет. А как? Всем привет, друзья! Привет! С вами Морозовы. Сегодня у нас очередное видео. Мы едем на гору Ахун. Да, на гору Ахун. С нашими друзьями. И покажем вам это на видео. Не переключайтесь, там будет очень много интересного. Я сейчас люблю вот это время, когда... Когда мало народа. Мало народа, да, просто обожаю. Я, наверное, интроверт. О, да! Да уж, ты туда. Даже спорить не буду. Смотрите, ребятки, с юмором людям. Беги, Форест, беги! Беги, Форест! На ослике-то покататься можно. Таня, посмотри на. Тань. Ага, класс. Ребят, вот такой вот здесь мини-замок под горой, на горе Ахун. Это кафешка смотровой башни. Очень красиво, очень культово, очень интересно. Средневековый замок настоящий. Высокие потолки. Мячик, мячик. Вот он, мячик. Да, молодец. Очень быстро накрыли, ребят. Даже мы прийти не успели, как уже все уже есть. А тут котик. Привет! Да. Котик не пришел раньше. Алис. Как говорит киса, Алис? Как говорит киса? Я, да, молодец. Мы вчера ездили на гору Ахун и решили поделиться своими впечатлениями об этой поездке. Таня скажет свое мнение, я свое. Независимые эксперты. Независимые мнения будут у наших друзей. А, мы зависимы. Мы зависимы друг от друга. Начнем с стоимости нашей поездки. Да, я все посчитала.
Путешествие на гору Ахун на троих. Получается, на нашу семью, Пашу, меня и Алису мы потратили 250 рублей на колесо обозрения на одного человека. Вход на башню стоит 100 рублей. На еду мы потратили 600 рублей на человека. Ну и бензин где-то вышел 200 рублей всего. То есть общая стоимость экскурсии на нас на всех троих 2100 рублей. Из этой суммы 1200 это еда. Берем телефоны. Я заранее написала свое мнение по поводу горы Ахун. А я заранее Паша свое. Написал свое. И мы сейчас отправим друг другу сообщение и будем читать. Я что думаю он, а он что думает. Ты готова? Давай. 3, 4. 1, 2, 3. Та-дум! Так, я читаю твое мнение. Давай. Общее впечатление 4,5 балла. Отличное место для посещения с семьей и друзьями. Панорама города и город шикарная, а также очень красивая природа. Ну, как-то так, суховато. Суховато, но в целом все понятно. Все четко и попробую. Все, давай, мое четко читай. Так, итак, что же у нас думает Паша? Я читаю первый раз. Общее впечатление 4 балла. В целом интересно, но уже все изношено. Кроме героев Олимпиады, думаю, что многим кому нравится движуха. Думаю, что многим кому нравится движуха, здесь не понравится. Я такие места люблю. От них веет интересными историями и приключениями. То есть в целом, в общем, впечатление неплохое у нас об этой экскурсии. Мы рады, что мы там побывали. И в принципе, тем людям, которые планируют путешествие в город Сочи, и кто хочет побывать на красивой смотровой, стоит там туда съездить. Да, стоит. Особенно не сезон, когда не так много людей и можно что-то увидеть. Да, сезон там просто вы даже не увидите за толпами людей, ничего не будет понятно. В общем, впечатление будет смазано, друзья. Как-то так. В общем, всем до новых видео, друзья. С вами были Морозовы и влог. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайк, дизлайк. Подписывайтесь на наш канал и ставьте колокольчик. Всем пока.